Всем привет! Хочу предоставить вашему вниманию нож, который был сделан мастером Виктором Погодиным. Ну и рукоять была сделана Александром Никоновым. Вот такой вот замечательный кожаные ножны с кожаным шнурком. Ну давайте перейдем к самому ножу. Значит, рукоять этого ножа выполнена из оливки, естественно, вымоченная в масле. Вот такую красивую текстуру имеет латунь. Ну и лезвие — это булат. Нож был приобретен на выставке израильской в 2013 году ножей. Ну, естественно, нож острый. Значит, длина лезвия 6,4 миллиметра. Длина рукояти 9,8 миллиметров. Толщина лезвия 3 миллиметра. Спуски почти что от обуха почти что в ноль. Есть маленькая такая вот, маленький такой вот подводик здесь. Ну, нож, на мой взгляд, очень красивый. Не мог пройти мимо. Ну, вот такой вот небольшой обзор ножа Виктора Погодина. Вообще замечательный, на мой взгляд, мастер. Так что, ну как-то так. Все, всем спасибо за внимание. Все, пока.